1 сентября, 18-й в школе. Ретро-музыка играет. Аллея вдоль садика, линейка, День знаний. 1 сентября, красота. Парк обновленный у школы. Не удержался, хоть и неудобно, у меня кулек в руках, но ничего. Ради такой красоты можно и потерпеть. Любимая ваша школа во всей красе. Макарёк. Сюда я пошел когда-то в первый класс, 34-36 лет назад. Только бы нас не пробили по авторским правам. Здрасте. Здороваются. Уважают. Ах ты. А, может быть, эта песня не пробьется по авторским правам. Молодежь. Дети. Наслаждаемся Днем знаний, 1 сентября. Школьный блюз. Что-то. Привет. Отшумела, отгремела линейка. 1 сентября. День знаний. Первый день осени. И сейчас мы продолжим, поснимаю вам еще немножко обновленный парк. И сквер, тротуары. Вот видите, вот на улице коммуны ремонтируют противоположную сторону. Наша сторона уже готова. Тротуар, тротуарная плитка, асфальт положен. Вот этот сквер у 18-й школы, обновленный. Положили асфальт новый, новые плитки, тротуарные плитки, новые дорожки. Стало как бы лучше, но появилась ностальгия по старому скверу. Ой, хоть школа та же самая осталась, те же елки, те же деревья. Деревья, правда, поредели немножко. Какие выкорчевали, какие упали в апреле 2017 года, когда был снегопад. Ну, а так все, локация та же самая. Всем привет, 18 школовцам. Уже школьники разошлись, кто по домам, кто по кафешкам, праздновать 1 сентября. Сегодня хорошая погода. Разные сервисы показывают от 33 до 36. Но хорошо то, что асфальт и земля. Вечера уже стали холоднее, и они не успевают, как они нагреваются, но не так сильно за день, и остывает ночью. Уже стало комфортабельнее намного. Выходим из парка и на этом заканчиваем наш репортаж со сквера 18-й школы 1 сентября. Ну, немножко вот вам памятник в этом сквере и строительная техника на улице коммуны. Такая разметка, как положено. Чуть не проговорился, чуть не сказал.
европейская. Вот это вот модное слово меня очень сильно кумарит. Европейская культура, европейский ремонт. Как будто у нас нету своих ремонтов, своей культуры, своей самобытности. Вообще фигня какая-то. Слово паразит. Да, тротуары стали аккуратнее. Но, блин, появилась ностальгия по старому дизайну тротуаров, по трещинкам, по всему старому. Ну, слава богу, у меня это есть на видео. Кто ностальгирует, можете поискать на моем канале плейлист Буйканы, Кишинев Буйканы. Там 350 видео. И еще будет пополняться, потому что я много видео выдернул с канала на реставрацию, реконструкцию. И оно будет потихоньку обновляться, появляться, загружаться в новом виде. Вот детский сад на улице коммуны. И на этом газоне когда-то, очень далеко, 45 лет назад, мне было 7 лет. Помню, как родители стояли в очереди здесь за елками на Новый год, под Новый год. Занимали в очередь списки, какие-то костры жгли. Было очень романтично и уютно. И у всех все было, и всем всего хватало. И все были одинаковы на уровне. Не было громадной разницы, когда кому-то не хватает на коммуналку. Блин. Из моего вот разряда, категории малоимущих. Я отношу себя к такой категории, но об этом другой разговор. И в то же время проезжают крутые тачки. Мерседесы, Порше, BMW, Rolls-Royce, иногда Bentley даже. Усилился контраст. А как вы знаете, контраст фотографии и видео не всегда хорош. Только для художественных образов. А так, мы всегда боремся с контрастом фотографий, особенно в видео, на непрофессиональных камерах. Опять же, маленький короткий экскурс. Кому интересно, профессиональная кинокамера начинается от 150 тысяч евро. А все остальные, ну они так, скажем, жалкое, не жалкое, но очень хорошего качества, но это не кинокамера. Это опять же другая тема, глубокая и очень интересная. Кому интересно, пишите, пишите на Facebook, на Одноклассники. Вот перекресток обновленный, улица Свободы, улица Коммуны, Золушка, Бланк. Дальше ее перенесли сюда, сеть магазинов. Золушка. Киоск наш любимый. Но тут уже другие работники. И вот 19-й дом. 19 или 11. И опять я не знаю. Сосиска, короче, кто жил в Сосиске, всем большой привет. Всем большой привет. Видите, там раньше были киоски, сейчас сделали стоянку для машин. Ну все, на этом прерываемся.